сразу через крышку. Ты же туннель? Да, да, да. Сразу я обратил. Слушай, этот как он? Действует или? Вы как будете отрывать. Касательно отсутствия эколога в городе Степногорске, вы, наверное, знаете, что такая проблема существует. У нас вокруг одни поселки окружены хвостохранилищем. Да, ну, примерно этот вопрос был по экологическим проблемам, комплекс развития экологических. Ну, сейчас я вас, Артем Сергеевич, вот такой будет сейчас, в принципе. Ситуация там такая, что Министерство экологии сейчас не проводит конкурсы вообще на специалистов. То есть здесь надо как-то этот вопрос с ними сдвинуть. Вам надо было сейчас вместе зайти с Виктором Александровичем. Практически те же вопросы, что он это самое, и вы поднимаете. Вот. Ну, вот, ответ какой? Ответ как я вам сейчас не дам ответ. Об этом я и Молодовскому сказал. Сейчас мы, в принципе, по некоторым вопросам уже сегодня приняли решение. Давайте вот у вас 10 вопросов, у него 13 вопросов. Я сейчас именно по сегодняшней поездке, по результатам поездки, я провожу отдельное совещание с уполномоченным. И там, в принципе, я сейчас вас оформляю как личный прием граждан, и на все эти вопросы вам официально дам ответ. Хорошо? Но я буду еще через неделю здесь. То есть по сегодня вопросы у меня были ознакомительные, вопросы по подготовке к отопительному сезону. Поэтому сейчас очень много этих вопросов я понимаю. Частично мы все решаем, частично мы должны дополнительно посмотреть, откуда будем брать финансы. Я думаю, по экологу это вопрос, наверное, к заместителям Акима, кто курирует экологию. Почему они эти вопросы не решают? Почему должны у нас активисты поднимать? Это ваша сфера деятельности. Вы звоните в министерство, вы требуете. Артем Сергеевич, здесь дважды был. Она была вице-министром и министром экологии. У вас была возможность поднять вопрос. Вы, когда мы привозили министра экологии, я этого вопроса не слышал. Я помню, вопрос по животным вы поднимали. Все вопросы. Помните, вы недавно работаете. Я не понимаю этот вопрос. Почему вы его... Артем, я просто вам предлагал, вы помните, да? Артурович, я предлагал Артему быть внештатным советником. Давайте чем критиковать, лучше вместе работать с Акиматом. Почему-то вы не хотите... Как я работаю, вы не работаете. Вы напишите обращение, значит, в министерство, чтобы... Я предлагаю вам не критиковать, я предлагаю вам с нами вместе сообща работать. Я что, приду к Акиму и скажу, возьмите меня советником? Почему бы нет? Я что, советником вам приглашаем быть, почему бы нет? Давайте вместе работать, эти вопросы. У вас, наверное, есть общественный совет? Нет, да. Я предлагаю... Хорошо, записывай. Нет, ну давайте этот вопрос, что можно решить, давайте решим. Есть на самом деле проблема, честно. Давайте, у нас мы выйдем. Специалист, он был, работал девушка. Я согласен. Она была специалистом, просто она уже семейная... Положение, ну, надо подобрать, да? Подобрать. Да, все хорошо. Они сейчас ищут? Напишем. Требования есть определенные, мы подбираем. Ну, хорошо. По реке Аксу второй вопрос. Забор ведет у нас компания «Алтын-Алмаз». Там две фабрики идут периодически. То есть мы, как жители, против этого, потому что у нас река раскололась на две части после их забора, их большого ранее. Сейчас вот Бог дал, ливни же были в прошлом году, река наполнилась. Сейчас они опять пытаются как-то лавировать, где-то брать, где-то не брать. У нас был пляж там. Этот вопрос поднимался, по-моему, на сессии маслихата, и Акиму я его задавал. Нам нужен пляж, доступный для людей. То есть оформить его в какую-то коммунальную собственность, облагородить. То есть вот этот вопрос, обустроить с компанией, проработать, я не знаю, кто курирует вопросы с Алтын-Алмазом. Решите раз и навсегда. У них есть способы, откуда брать. Вообще официально есть норма забора, у них есть труба, они завели в речку, есть разрешение, они взяли разрешение на объем, определенный объем с данной речки. Но со слов Алтын-Алмаза они часть воды берут, но потом используют оборотную воду. То есть хотя это лавирует сюда. Постоянно на подсоси. Хорошо, давайте, надо вместе с ними тогда. По пляжу
По пляжу, да, мы по пляжу тоже там, эта река, то, что я сейчас говорил, она была признана, у нее назначение поменялось. По ней с управлением природных ресурсов надо отработать по обустройству этого пляжа. И я делал через департамент, через комиссию в этом направлении. По школе, третий вопрос, вы, наверное, знаете. Да. Актуально вообще по области вопрос и по подрядчику. То есть хотелось бы, чтобы у нас и так поселок Заводской все время страдает в таком положении. Ускорить, чтобы работу. Пускай нанимают субподряд, еще людей, потому что мало людей на месте. Заводской мусор, а вы наружные работы сейчас делаются, проводятся? Вот, я даже отдельное совещание проводил, вам поручение иметь, типа, вы доложитесь. Но культурно-спортивный комплекс, это сейчас мы обсуждали, это будем смотреть уже потихонечку. Только сейчас на аппаратном я дал. Вывоз похода отходов тоже. Это поручение, да, имеется. Есть алгоритм действий, который будем работать. Сейчас уже место, куда будем вывозить, полностью идет подготовка. А теперь получим, как получим сразу экологическую экспертизу, сразу ее вывезем. А вот, кстати, касательно экспертизы, сейчас они же до сих пор ее еще не прошли, правильно? Да, да, да. Они новое замечание. Министерство экологии получило новое замечание недавно, опять замечание, начали отрабатывать в ускоренном порядке. Сейчас новый министр пришел, он эту проблему знает, отрабатывает. Сама конструкция, Акимат землю предоставил, сама конструкция очень быстро собираема. Главное с экспертизы сейчас выйти. Новый министр сейчас в теме, и поэтому сейчас будет ускорение. Но это, по-моему, в МИИР не проходит сейчас. Комплексная методов. Экспертиза, да. В целом Минэкология занимается. Занимается Министерство экологии, а проходит экспертизу. То есть министр, сейчас министр экологии, он в курсе этой проблемы. Министерство экологии, говорю, в курсе этой проблемы. На экспертизу зашло, замечание сейчас они выкатили. Ну, сейчас бывший министр, советник как раз по экологии, президент, он тоже в курсе. Мы с ним проконсультируемся. Это аттракцион «Парк молодежи», мы сейчас говорили. Виа Медис, открытие аптеки на базе Подождите, подождите, по скейт-парку вопрос, вот шестой который. У нас средств, в принципе, в бюджете города нету на его открытие, создание. Тут надо где-то 50 миллионов выделять. Есть у нас молодежь, которая скажет, где что поставить, где что закупить. Хорошо. Потому что Акима требует постоянно площадки нет. спортивные, понимаете, однотипные, одинаковые. Я же поэтому и говорю, вопросы уже есть у нас. Теперь откуда будем брать финансирование, это будем смотреть. Потому что очень же много, это же, вот вы нам 10 позиций, там 13 позиций, сегодня с гражданами 23, и мы будем приоритеты определять. Бюджет не резиновый, чтобы сразу вам сейчас пойду, завтра сделаю вам это, завтра то сделаю, и дорога, и светло, и тепло. Это будет смотреть, будем смотреть. Ну, понятно, вы поймите, что нам тоже обидно, когда приезжаешь, как считал этот Балашак Сарай, огромное здание, смотришь, лифт какой, думаешь, сколько этот лифт только стоит в трехэтажном здании, да? А у нас, ну, как бы, ну, 30% промышленности, если мы даем области. Надо как-то к 60-летию города тоже как-то. Хорошо, не хорошо. Поэтому я. Это же для молодежи спорт, это же, ну, не на какие-то. Понятно. Да, это мультипликативный эффект большой. Меньше преступности будет, здоровье, меньше поликлиник, меньше болеть будет, меньше. Это все понимаем. Мы будем смотреть. Я же говорю, приоритеты будем сейчас определять, потому что сегодня у меня по ходу. Я не знаю, Хабиби, там Андертон, Алта, Джита, там человек 23 я принял, да, по разным этим. Ну, пока ездил. Да, пока ездил, я прямо их записывал. И в больнице, и на площадке все. Это, многие вопросы перекликаются. Многие это вопросы. Хорошо. Да. В принципе, поэтому я эти вопросы, в принципе, в следующий раз я проведу, я больше проведу. То есть сегодня у меня ознакомительно, уже у меня будет уже конкретное, что. В этом году, что закончим, что в следующем году, что в 2025 году. То есть я вам не говорю, что все это к 60-летию будет. Ни одним днем живем. Да, ни одним живем. То есть мы будем определять приоритеты. Что важнее, что у нас сегодня. Потому что и к дачам просят, и к аулам просят дорогу провести. Там, и 500 километров в Шантобе туда просят. Там это сейчас будем все определять. По открытию аптеки. Вот сегодня в этой поликлинике есть аптека. А почему Ахсу? Ну, надо поставить вопрос.
Здесь же это можно? Общу в целом по поликлинике был вопрос. Они хотели, медиц хотел, как бы, чтобы перевести на Заводской. Мы этот вопрос остановили сейчас. Теперь они остановятся на месте. Казах Алтын-Алмаз выделяет деньги на разработку и строительство новой поликлиники. А там, да? Да, в Аксу. Эта договоренность уже есть. Сумму они... И сразу будет аптека, и да? Потом уже можно, да, будет... Да, вот сегодня вот я посмотрел сразу с аптекой, очень хорошо, удобно. Да. Так, больница, вот это я не понял. Отчисление, фонд медицинских страховок. Ну не получают они зарплаты. Сегодня зарплаты, которые, больницу, которую поднимали вопрос, зарплата и налоги. Налоги мы закрываем, а по зарплате вопрос решается же. Вопрос по зарплате, наконец-то Боймой стабилизировался, но сотрудник больницы, врач, допустим, да, или персонал, он не отчисляет ему СМС в больнице. То есть врач, имеет настоящее время задолженность. Да, он не может сам пойти и получить врач услугу в поликлинике. Ну как? Миллион шине Харсбар. Это общий. Ага, ага. Это общий. И у него это на, наш, на нем тоже отражается. Это, если это, этот вопрос надо решать. Так, по Бестюбе отдельное совещание и сокращение сотрудников. Приезжает вице-министр, премьер, мы с ним будем. Так, выделение средств на ремонт водовода без растягивания на 2 года. Да. Водовод, который сегодня мы смотрели, да? Водовод, который от 35-сотки, вот этот 36-метр? Да. Я сегодня посмотрел. Угу. Потому что там сумма, по-моему, около 9,2 миллиарда. Да, 9,2 миллиарда. Это небольшая сумма. У нас 18 километров. Мы уже страдаем. Уже страдаете. И дачники страдают. Вот мы сейчас вот 18 километров, вот здесь Насосная, вот здесь город. Мы делаем вот так вот. Сейчас мы вот эти задвижки все поменяем, которые можем перегрызть. И вот 1,5 метра возле школы Олимпийского резерва поставим Насосную. Две ветки. Вот будем докачивать. Это я как обращение принимаю, это подпись поставьте у нас. Давайте. Ну, это хорошо. По водоводу я можно добавлю важность, потому что у нас сейчас дачи полив осуществляются только у нас в ночное время. И уже люди просто, кто продает, то думает, бросить эти дачи, уже не знают, что делать. То есть, если скляп приедет, тоже я вот хочу этот вопрос поднять. Там сумма небольшая, вот 9 миллиардов. Можно за год выделить. 9 миллиардов для вас небольшая сумма, да? Я могу привести примеры, где, ну, эти деньги на форумы выделяются у нас государственные. Я не знаю, где на жилье для чиновников. Касательно еще такой вопрос. У нас сейчас команда Акима вроде неплохая собирается. Гульнас Маратовна, хочу сказать. У нас же вроде как не сокращают чиновников. На повышение отправляют. Вот я не знаю, она, по-моему, уже с 2016 года работает. Вот только буквально вы приезжаете, у нас в школе скандал, вы, наверное, знаете, что там дедовщина какая-то была, вымогательство денег. Потом постоянно у нас бухгалтерии какие-то, вот новость, 36, по-моему, миллионов у нас бухгалтеры школы украли. Здравоохранение она курирует также. То есть у нас в больнице проблема. Ну, не знаю, надо как-то уже обновить каждого. В другое место куда-то, я не знаю. Потому что вот даже в области меняются заместители акима. Я сколько, ну, занимаюсь, идет ротация, кто-то вверх, кто-то вниз. А здесь, у нас 5, по-моему, сменилось по экологии, кто курирует, за 3 года. А тут как бы человек все время на одном месте, и проблемы возникают. И дедовщина уж по ШСД была у нас. Ну давайте это вопрос другого характера будем. Ну, насколько это зависит от нее. Ну, она работает, надо сказать, да, что хорошо. Если есть вопросы, конечно, но вот уйдет. Но я перечислил, ну, да, вопросы. Ну, вот сегодня вы на ТЭЦ были, да? Просто хотелось бы, вот, наверное, Кундыка скажет, какая сейчас ситуация. Просто у меня своя есть информация. И сегодня. Осведомляют очень быстро, оперативно сотрудники, работники ТЭЦ напрямую на контакт. Это правильно. Нет, это неплохо. Да. Это неплохо. Мы даже где-то по аварийным ситуациям. Где-то напрямую узнаем, нежели там получается на сегодняшний день текущим ремонтом проведены 3 котла текущим ремонтом проведены, и один котел у нас находится в водогрении, тоже текущим ремонтом проведены. Из 7 котлов у нас 6 энергетических, один водогрейный, да, вы знаете, 7 котлов. А на сегодняшний день еще в работе остается у нас 2 котла. Это 3-й котел и 6-й котел. 3-й котел ввиду дополнительных работ
то, что балку было, повело балку до пудопроводной вышки, срок продлился до, на месяц, получается, продлился. 5-10 октября мы его по нему запускаем. Ну вот на сегодняшний день котлов готовых сколько у нас? 5. Наработает сколько? 5 котлов? 5 это информация с ТЭЦ. Это информация с ТЭЦ, да. 5 котлов, 2 находятся в этом ремонте, в капитальном ремонте. 7 третий и шестой. Ну тогда у нас получается 4 котла. 4 энергетических. Нет, общий, я и с водогрейным говорю. С водогрейным, с водогрейным. У меня другая информация. Но идут один котел сейчас у нас, и другие все у нас в ремонте. Нет, это в ремонте, вот, ну, порвало, есть. Пятый, у меня информация, пятый порвало, его варят. Вот второй котел с мельницей что-то случилось. Есть энергонадзор, энергонадзор. Ниже на контроль держит, энергонадзор практически у нас еженедельно здесь находится. Областной энергонадзор. Он постоянно здесь находится. Мы тоже визуально же походим, смотрим, это все есть. И есть заключение энергонадзора. Мы на него смотрим. Он дает. Энергонадзор у нас, знаете, всегда проверял и всегда был. Так что мы еще раз перепроверим ваши. Да, получайте какую-то, может, свою информацию, не знаю. Ну, мы были, ну, я не специалист, конечно, не знаю, там визуально тоже. Трудно понять, да, согласитесь, да, когда первый раз на тест попадаешь, видишь котел, и ты вообще не поймешь. У нас. Я ознакомительный, ну, на днях специалисты приедут проверить. А вы на следующей неделе встречу с населением приедете? Нет, по совещанию. Я определю, когда встреча с населением. Я сейчас более, у меня первые ознакомительные поездки, чтобы понять, какие сбор, какие есть сегодня. Ну хорошо, что вы не стали затягивать, сразу приехали, тем более подготовка к отопительному сезону. Конечно. Ладно, спасибо, ждем. Тебя спасибо большое. Хорошо. До свидания. До свидания.